И всем привет, друзья, с вами, как всегда, я, Даня Вэй, и в этом видеоролике я бы вам хотел рассказать про новый клиент, который позволяет зайти на сервера Аризоны с вашего смартфона. Да-да-да, как раз-таки вам не послышалось, с вашего смартфона. Скажу вам сразу, то, что этот клиент было довольно-таки сложно найти, и поэтому за мои старания я бы хотел вас попросить влепить лайкосик и подписаточку авансиком. Ну а мы идем к видосику и будем смотреть клиентик. Итак, коротко о клиенте. Этот клиент подстроен под мобильную версию Сампа, при этом позволяет вам зайти на сервера Аризоны. Он не крашит игру, так как это бывает на других мобайл серверах, допустим, на том же Сантропе. Просто я сам сталкивался с такой проблемой, когда я играл, допустим, с телефона, и у меня так частенько крашило. Этот клиент не крашит. Далее. В данный момент над клиентом ведутся работы, и он довольно-таки часто обновляется. И туда добавляют намного больше возможностей и функций. Я заходил на сервер Аризоны с этого клиента, но, увы, когда я захожу, программа, через которую я записываю видео на телефоне, она почему-то не записывается. Возможно, как раз-таки это дело в программе, и она как-то конфликтует с этим клиентом. Так что, ребят, к сожалению, я не смог вам запечатлеть фрагменты с Аризоны, рассказать вам, что там есть. Поэтому я оставляю ссылочку в описании на видосик моего друга. Он там хорошо, внятно объясняет, как скачать, как установить, куда вставить ту или иную папку, переименовать и так далее. Также он поиграл на серверах Аризоны, рассказал там про работы и про интерьеры. Интерьеры там, интерьер мэрии и интерьер больницы, к сожалению, не прогружается, так как клиент еще этот находится на стадии разработки. Также есть один минус в этом клиенте. На Аризоне существуют такие работы, в которых требуется мышка. А у вас на телефоне мышки нет. Поэтому я связался специально для вас, чтобы узнать и вам сказать, когда это пофиксят. Я связался с разработчиком этого клиента и узнал, фиксится ли это дело или нет. Он мне спокойно, внятно и ответил, то что да, это дело скоро исправится, и вы сможете работать на тех работах, которые требуется мышка. Просто вот где будет требоваться мышка, у вас можно будет сказать, будет вылазить такой курсор мышки. Так вот, ссылочка на видосик моего друга, там, где он будет объяснять, как, что, где скачать, будет в описании. Ну а если вы разберетесь сами и в себе уверены, то можете просто скачать ссылочку клиента, она также будет в описании. Также заходите в беседу моих подписчиков в ВК, там, где мы всегда общаемся, угораем и кидаем всякие мемчики. Также там вы самые первые узнаете о видосиках и о стримах на FlynnRP. Я играю на сервере Flynn Roleplay 01. Те, кто хочет, тоже залетайте и играйте со мной. Также клиент вообще никак не лагает, просто установки и все. Так что, ребят, я буду рад, если вы его скачаете и сможете запустить Аризонку, нашу любимую Аризоночку. Вот. Так что всем спасибо за просмотр, ребят. Надеюсь, мы с вами вместе поиграем. Всем удачи и всем пока-пока.